честь Дня российского флага праздничная колонна должна была пройти от Соборной площади до площади Ленина и уже там поднять символ государства по флагштоку вверх. Правда, небесная канцелярия внесла свои коррективы. Шествие в связи с проливным дождем отменили. Сегодня приехали сюда наши подшефные дети из наших подшефных детских домов, гнездышко Матросова. До сих пор они сейчас стоят за углом, сидят в машине, ждут команды. Но, очевидно, придется их отправлять. Мы их воспитываем, воим всегда в понятиях любви к родине и символ государственной власти, флаг. Для них это дело святое. Капризы погоды не испугали ульяновскую молодежь. Активисты студенческих объединений атмосферу праздника взяли в свои руки. Ребята растянули 10-метровое полотно триколора прямо у входа в правительство и даже успели провести патриотическую викторину. На знание истории, флага, сами рассказали о каких-то интересных фактах о создании нашего флага. Для меня День флага – это некий такой праздник, который сплочает весь народ от мала до велика. Со слов молодежи, викторина показала, исторических фактов про государственный символ старшее поколение знает больше. А вот для молодых ребят некоторая информация про российский триколор оказалась в новинку. Рената Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.